Здравствуйте, вы на канале Шмуглер СД. Меня зовут Алина. И хочу показать вам мой подарок от мужа. Он сказал, что это к дню Пасхи. А Пасха у нас следующее воскресенье, то есть 1 апреля. И он сделал мне вот такой подарок. Набор очень дорогих кастрюль. И я не ожидала, это получается такой неожиданный подарок. Ну, наверное, так же неожиданно, как и для него. Потому что не было в планах никаких подарков и никаких покупок. Ну, вот так неожиданно получилось. И он решил мне купить и порадовать меня такими хорошими кастрюльками. Вот такие кастрюльки, они с тройным дном, нержавейка, очень дорогая нержавейка высокого качества. Из такого делают хирургические инструменты, но там не только нержавейка идет в состав, но там еще несколько видов всяких там стали, я начала читать, но не запомнила. Здесь идет вот такая пароварка, вот такая штучка, когда горячая, крышку забирать. Вот это, я не знаю, мисочка вот такая, чашка, что-то такое. Вот крышечка его. Вот такая кастрюлька с ручкой, на крышечке термостат, на всех крышечках есть термостат. Три кастрюльки, большая, средняя и маленькая, и сковородка. Еще две подставочки. Вот. Сковородка такая очень тяжелая, тройное дно здесь, не подгорает, как бы, не знаю, надо еще многое прочитать, узнать. Кастрюли тоже все с тройным дном. Сейчас я самую большую покажу. Вот. Здесь есть метки, вот такое дно, термостат, который контролирует тепло, горячее, быстро приготовление. Ну вот такие инструкции, три, ну вот такая инструкция. Вот, вот здесь еще есть инструкция, есть на русском языке, и вот книжечка. Здесь я не читала, на каких языках, но есть и на русском языке. Здесь сколько что готовится минутах. Здесь блюдо, здесь страничка, есть, ну, как пользоваться этой посудой, температура и все такое. Визитка продавца и вот такая карточка, не знаю, что это за карточка была в наборе кастрюль. Вот коробка очень качественная, и она сделанная как сумка, вот таких два ремешка, и можно как рюкзак ее нести на плечах, можно в руках как сумку, очень такое качественное. Сейчас еще хочу показать вам еще один подарочек, термос Starbucks. Это подарил мне сын на 8 марта. Сказал: мама, это тебе на работу для чая и кофе. Ну и еще вот таких два термоса, они по литр,
идут 1 литр и 100 грамм. Вот серенький, вот фирма. Здесь написано, что термос как фляга солдатская, что ли. Ну, держит горячий, горячее будет держать 12 часов, то есть горячий, как налили, так оно и будет. И 24 часа холодное, если туда лёда набросаешь, так оно так и будет холодное. Закручивается, а здесь вот эта штука раскручивается, и можешь пить. Это мы купили себе для лета на пляж. Или так в машине куда-то далеко ехать, так как мы планируем пару поездок этим летом. Они очень нам пригодятся. Ну и вот каллы, которые получила я тоже на этой неделе от мужа. Просто так, подарок. И каллы еще держатся, а гладиолусы уже все. Вот гладиолусы минус, что они в вазе очень-очень быстро вянут. Ну все, друзья, всего вам хорошего, благословений вам и мира вашим домам. Если кто знает о этой посуде что-то, какую-то информацию, пожалуйста, напишите мне в комментариях. И благословений вам!